Удары ног. Один. Никто не откроется-то под него! Я как бы сейчас не знаю.
Вот это гол. Ньюкасл забивает первый гол. 4-1. Не попадает Павел. Удар, вратарь опять спасает. И тем не менее всего один пропущенный мяч. Евгений. Не доводят до удара игроки. Редкая контратака Ньюкасла. Непонимание игроков. Пас. А, Евгений Портнул завершил эту передачу. 5-1. Игроки Томска свободно играют в своей зоне, не боясь. Может быть, напрасно Ньюкасл. Будет ли пас? Ох, пас не последовал, последовал удар. Это не окончание. Еще один удар. Мимо. Вратарь снова на месте. Контратака. Удар. Попадает в вратаря. Холоднокровно по центру ворот забивает 6-й мяч. Победа от Тоттенхэма 6-1.